estamos andando por aquí, caminando por las calles de Moscovia. Volteando ya, hoy viajamos de nuevo para Ekaterimburgo. Hoy sí, ahorita en la noche. Esto ahora son las... creo que son, van a ser las 7. Van a ser las 7 de la tarde. Entonces, sí, desde la tarde, porque aquí todavía es de día. Entonces, vamos allá. No, pero aquí es de día. Aquí es de día. Sí. ¿Cómo? Меня так еще никогда не позорили. Мы едем просто в метро. Там мучила мне Таринда. И он говорит, что она, моего мама со мной поговорила, а я знаю только «Ола», «Кому Стас», «Бьен», «Мия Мулена». И я просто плохо говорю. И это просто кринж. Мы приехали на Москва-Сити. Вот он. Когда мы пошли в туалет, в итоге Николас очень долго ходит в туалет. Я сначала такая хотела ему написать, ты чего там делаешь, бро? А потом такая, блин, наверное, он пошел какать. Нет. Мы пришли на Москва Сити. Что мы играем в самолете. Просто это выпало мне. Какие игры мы играем в самолете? Это просто обычные карты с прекрасными рисунками. Сегодня 11 мая, мы сегодня прилетели где-то в 4 часа, потом в 5 я приехала, теперь я живу не рядом с аэропортом, когда 20 минут, а теперь дольше ехать. И я легла спать, проснулась, и уже через пару часов у меня начинается клуб испанского языка, Николас вроде тоже пойдет, и на самом деле путешествие, я тогда не путешествовала просто как бы с августа до отношения с Вовой, я не знаю, просто целый год путешествовала. И это было очень классно, но, знаете, тогда я работала меньше, у меня все по карьере было хуже. А сейчас у меня, ну, типа, было время, чтобы работать, и как бы это хорошо. Вот, еще я косячу по работе, мне нужно с этими, с китайской компанией все доделать. А мне так всегда лень все это просто довести до конца.
путешествия меняют нашу жизнь, перезагружают нас, так же, как перезагружают после аттракциона, вот это вот с мертвой петлей в Москве. Вот, короче, они перезагружают нас, дают новые мысли, новые идеи, и вообще меняют как-то наше вот так вот сознание. Еще немного, я не держусь. Я знаю, ты не хочешь, а я чувствую. Моя собачка одета дороже тебя. Купюри на очко я ее вижу. На какое очко? Купи бриллианты. Это мой лайфстайл, костар. А смотри на меня, твой парень достал. Как так? Он хочет меня. Е-е-е, пойди ты ко мне. Она кручалась. Привет, Дэнида. Ты хочешь меня? А, трахнуть? Я знаю, что такое. Трахнуть. Хочешь меня лопать? Скрываю водки. Заставляю фада. Фапат. Будем, крошка, пранка. Не буду ее трахать. А ты знаешь, что такое слово лапать? Нет. Это типа трогать. Трогать. Да, делать как. Да, сиськи, жопа, ассо. Как объяснить человеку, что такое лапать? Лапать? Лапать. Ну, лапать, женщина. А, лапать. Думаю, лапать обувь, так как в лапте. Нет, лапать. Типа лапать. Токар комсусия с пенсиями. А как мой объяснить, что такое фапать? Фапать. Фапать – это на английском слово. Это... Фапать. Amigo, puedes tocarte. Tocarte. Tocar tu. Papai. Papai. Вот иду с девушкой. Привет. Вот иду со второй девушкой. Она идет с двумя мужчинами. Леша, я маме твоей решила это скинуть или Вове. Короче, Николаю! Мы идем до метро, и все, и мы домой сейчас уже.